А ты нас насыл? Эль, иди. А фамилия она? Альчикова. А девичья? А родная девичья Топчи. Топчи. Да. Я общался Ава Топчи. Это жена Мустафы Чачи была, Чукойская. Ава Топчи. Она не родственница вам? Она, вы знаете, разные, да? Нет, Ава Топчи я не знаю. Одна фамилия. А может, Ава. И родственники? Я своих родственников много не знаю. Пятилетки жили. Их много? Ну, Мустафа Чачи, депутата. Это мой зять. Все нормально. Мустафа Чачи, да? Это мой зять. Ну, это его жена, Ава. Родная тетя за него замуж вышла. Значит, вы в Кучуку-Амбате родились в каком году? Родителей сейчас нету. Нет, уже. Вы родились в каком году? Я родилась в 41-м году, 11 апреля. В Кучуку-Амбате, да? Да, в Кучуку-Амбате. Вы не знаете, в каком Мале? Верхний квартал, нижний? А вот это не знаю. Да? А мой родной дом в Карасане, в санатории Карасане. Да? Я туда ходила. Сейчас до сих пор есть это? До сих пор есть, да. Ну вы помните, как выселяли вас? Нет, мне было 4 года. Да? В 44-м году нас выселяли. Да. Мне было как 4 года. Как вас маму, ну, отца помню, зовут? Не помню. Я не помню. Мама, Ирей, да, я помню. А отца? Не помню, она откуда помнит? Так себе. Как отца а звали? Когда отец умер, мне было 8 лет. Отца как звали? Амить. Амить. А маму? Топчайше. А ее как фамилия девичья? Айша. Ой, сейчас. Джелилова. Джелилова? Да. Ну вы помните бабушек, дедушек своих? Нет, никого не знаю. Сколько у вас было? Я ж маленькая была, когда эвакуировали. Ну вы не помните, вот я спрашивал, допустим, скалы в море, там Харман Хая, Патлахая, это может запомнить моя сестра, потому что ей было 7 лет. А она живая? Да. Она в Белогорском районе 37-го года рождения. А где она живет? Белогорском. В самом Белогорске. Ну, конечно, надо спросить, может, она узнает у нее. Ну, вы помните, что Костель там был, да? Не, ничего не помню. На юдах, я ничего не помню. Я здесь уже 40 лет живу, уже знаю, что где. Айда, не там. А так? Извини. Айда, Ну, я все, это все в саунах. Ерей!